Так, агент Атом, встаньте к стене. Вот. Сейчас у вас будет время пройти этот полигон за 25 секунд. Вот. Получается, можете сейчас осмотреть полигон. Вот, чтобы знать, как вам идти. Да, у вас есть стрелочки специальные, которые вы должны проходить. Вот. Вы не туда побежали. Что вы не туда побежали? Здравствуйте. Так вот же продолжение. Назад, назад. Идите, назад. Вы проходите змейку, потом выдвигаетесь уже вот сюда. Вот. Вот, поднимаетесь. Тут у вас идет лестница, по ней вы спускаетесь. Проходите шину. Потом идете сюда. Перепрыгиваете первое препятствие. Проходите опять шины. Второе препятствие. И да, вы, я уже понял. Здесь препятствие. Препятствие, препятствие. Я думаю, раньше это можешь пройти за 25 секунд. Можно. Получается, после вот третьего препятствия, вот этого, вы поднимаетесь на лестницу. Спасибо. Поднимаетесь на лестницу, прыгайте. А, нет, просто спускайтесь здесь. Или вот прыгайте на песок. Прыгайте на песок. Потом опять поднимаетесь по лестнице. Дальше у вас идет. А, нет, стрельба у вас идет, по-моему, потом. Второй курс. Ладно, пошлите, перейдем к началу. Я сейчас когда на секундомере засеку 25 секунд вам, и тогда уже получается вы начнете выполнять препятствия. К началу препятствия встаньте вот сюда вот к змейке. Нет, вот сюда вот. Вот сюда. Вот сюда. Если вы правильно выполняете. Если вы неправильно выполняете прохождение, то у вас плюс одна секунда или две. Вот, в зависимости от того, как вы нарушите. Раз. Два, три. Можете выполнять препятствия. Препятствия не оббегаем. Так, в смысле, вы же сами сказали. На исходную возвращайтесь. Препятствия вот здесь надо перепрыгивать. Вот, вот так. Оп. Ну так я хотел прыгнуть, а вы мне сказали идти и обходить. Я вам такого не говорил. Говорил.
сам попробую пройти, интересно, за сколько я это пройду. Каким образом? Во! За минуту прошел. Вы также должны пройти, короче. 5 секунд, у меня было времени. Ходи. Слышь, ничего. А. Своих тоже праксы, приди на всякий случай. Чё? Кто зашёл? Элис, иди, Атом, иди на исходную. Минута тебе на прохождение. За минуту ты должен пройти. Поверь, это возможно. Я просто не помню, тут раньше квест на Аризону был, типа, надо пройти, это было за 50 секунд или за 30 минут. Я просто бежал. Я просто так вот бежал, типа. Джеймс. Начинайте. В этот раз препятствия не оббегайте, проходите. Я тут не знаю, как подниматься. Все. Как ты поднимаешься? Одна минута где-то. Как ты еще не поднимаешься? Вот, подходи к ней вот так. Нажимаешь прыжок и все. Как? Прыжок, подойди. Смотри. Теперь я нажал прыжок. Ну, в смысле? Ты падаешь? Ну-ка. Вот, у меня все получается. Я нажимаю прыжок и все, типа, никуда не жму больше. А я вообще отпускаю клавиатуру, то есть. Допустим, смотри, просто прыжок. Сейчас, подожди, секунду. О, НФП ты прошел, короче. Сейчас, я быстро, буквально.